Здравствуйте, друзья! Вышло переиздание GTA 4, и многим хотелось узнать, есть ли какой-нибудь толковый графический мод, который бы подходил для последнего патча, ну или проще говоря, для лицензии. Толкового для лицензии особо нет. Перебрав с десяток графических модов, я решил остановиться на CryEnvy. В целом он достаточно сбалансированный, что главное, никаких вылетов не будет на всех погодах. 100% совместимость с лицензией с двумя дополнениями для GTA 4 – Потерянные проклятые и Баллада о Гейтоне. Единственный минус для меня – это отсутствие звезд в ночное время суток. Но тут, я думаю, опять набегут люди, которые будут говорить: «В городе звезд не видать». Ну, значит, вот вам самый реалистичный конфиг для GTA 4. Давайте, начинаем! Если вы смотрели мой предыдущий обзор на Masterpiece NB, который, к слову, мне нравится больше, как в плане графики, так и в производительности, то знаете, что он подходит для 7-го патча, и в целом единственной претензией к Masterpiece является перебор с яркостью на солнечных погодах. CryEnvy переработаны тайм-циклы, визуал, некоторые текстурки, и все это приправлено, естественно, ENB. В четверке ENB играет гораздо большую роль, чем в пятерке. Сразу скажу, что данный графический мод крайне требователен к ПК. Прям крайне требователен к ПК. Пожалуйста, разойдитесь, здесь не на что смотреть. Пожалуйста. Вам потребуется достаточно мощная машинка, чтобы обрабатывать всю эту красоту. Но в основном FPS жрет технология Ambient Occlusion, которая добавляет тени, или точнее затемнение, что определенно прибавляет реализма, но разом рубит FPS так 20, что сами понимаете, весьма критично. Нужна ли эта технология для игры? Я думаю, нет. Плюс ее можно гибко настроить и получить комфортный уровень FPS в игре. Для этого жмем Shift-Enter, чтобы открыть ENB, листаем вниз и в параметре Ambient Occlusion играемся с показателями. Можно борщинуть и выйдет нечто ужасное, так что борщить не стоит. Я выставил для себя комфортные значения для игры в 2К, примерно 60 FPS у меня и выходит. Если отключить, понятное дело, будет намного лучше, однако у меня тут обзор на полный фарш, поэтому придется моей старушке и видеокарте попыхтеть. Так что если FPS не устраивает, попросту отключаем данную технологию и радуемся жизни. Сглаживанием данный мод не балует, поэтому как-нибудь самим придется выходить из ситуации, либо DSR, либо тот способ, о котором я говорил в видео про Masterpiece. Ищи его ниже или вбей Masterpiece ENB в поиске YouTube. С погодами соблюден баланс и смотрится все гармонично, излишнюю цветастость можно убрать в ENB эффект. Я думаю, кто смотрел обзор на Masterpiece, без труда поймут, как его настраивать. Там можно яркость подкрутить с блумом и убавить цветастость картинки. Последняя, к слову, мне очень не понравилась, я сразу убрал мультяшную красочность. Если вам лень настраивать все самим, то я любезно загрузил свои настройки на Яндекс.Диск. Внимание, там только настройки, сначала ставим CryEnvy, а только потом кидаете мои настройки. Если ты только что подумал спросить меня в комментариях, как это все устанавливать, не делай этого, не разрушай мою психику, там ведь все просто. Открываешь архив и все содержимое папочки install кидаешь в основную папку с игрой. Все, больше ничего делать не нужно. Ничего не получилось, ком взорвался, электричество рубануло, цунами, вирус, я не виноват, друг, это все ты. Я хороший парень, и ты будешь хорошим парнем, если не станешь спрашивать, как это все установить. И не будешь обвинять меня в том, что я на самом деле вирус засунул в архив, чтобы поработить мир, ну и все прочее в этом духе. Ну о чем это я? Ах да, погода. Мне чертовски нравится туман, он тут супер атмосферный, вы все видите сами. Что такое нуарное, знаете, в этой картинке есть. Прекрасная дождливая погода, в ясный день понравились облака. Есть пересветы, когда только еще не выехал из затемненного участка, но это так работает ENB. В целом это придирки, этим болеют практически все конфиги. Многие со мной не согласятся, что данный ENB хорош, я спорить не буду, но знаете, больше 10 конфигов я ставил, методом исключения пришел к данному графическому моду, никак иначе. Главным критерием отбора была 100% работа на лицензии, а таких модов крайне мало.
Уж поверьте мне, старику. Да и к слову, если вы играете на 7-м патче и хотите попробовать его на вашем любимом 1.0.7.0, то он тоже отлично на нем работает. Не смотрите на проблемы с текстурами у меня в ролике, это все из-за огромного количества машин, которые я загрузил, и текстуры высокого разрешения. Я рекомендую ставить в игру небольшое количество авто, либо же использовать карпак, о котором я говорил, вот там вот в правом верхнем углу высветилось, там вот я и говорил. Но он только для 7-го патча, печаль беда. Не перегружайте вашу игру текстурами и слишком тяжелыми авто, и будет вам счастье, без пропажи текстур. Ограничьтесь только текстурами дорог и деревьев. К сожалению, движок игры не любит вмешательства текстур высокого разрешения или высокой четкости, как хотите называйте, сами понимаете почему. Больше 10 лет прошло все-таки. И мне до сих пор комп не тянет от GTA 4. Вот, пожалуйста, в данном примере я заменил исключительно дорогу и пару тачек, и вуаля, никаких пропаданий. Если вам нужен тренер и скрипт-хук под лицензию, то вновь я любезно собрал для вас все в одном, чтобы вы не напрягались. Ведь для меня это самое главное, чтобы ты, мой друг, максимально не напрягался. Друзья, спасибо огромное за внимание, надеюсь, видео вам понравилось. Мне приятно, что канал живет и даже немного развивается. Чем больше отдача, тем больше видео. Ваши лайки и комментарии заряжают меня, и я снова рвусь в бой. Спасибо вам за это и до встречи в новых видео. Не спешите закрывать видео, ведь тут у меня небольшая нарезочка CryEnvy без всяких текстур, модов и вмешательств с моей стороны. То бишь, как задумал автор, и ничего лишнего. Как видите, если игру не перегружать модами, в данном случае полное их отсутствие не вызывает никаких багов с прорисовкой и пропаданием текстур. Да, и еще одно. Этот графический мод вышел в 2014 году. Пойду ролики делать. Всем пока. Можешь закрыть видео. А кто-то смотрел до этого момента, пишет в комменты секретное слово Procter & Gamble. Посмотрим, сколько нас.